Трен «Италия» прорывается во Францию, положив конец монополии СНСФ, французских государственных железных дорог. Это первый европейский оператор, вышедший на рынок Франции после его открытия для конкуренции. В свой первый рейс «Фречья Роса» или «Красная Стрела» отправится в субботу, 18 декабря в 6:25 утра с Милана Централи до Лионского вокзала в Париже с другими промежуточными остановками в Турине, Мадане, Шамбери и Лионе. Маршрут, соединяющий две столицы моды, займет около 7 часов. Билеты уже поступили в продажу, причем цены на них значительно ниже французских тарифов скоростных поездов ТЖВ. От 23 евро за поездку в эконом-классе и от 29 евро в первом. Также в «Красной стреле» предусмотрен бизнес-класс с отдельным обслуживанием. На первых порах «Трен Италия» запускает по 2 поезда в день. В планах же увеличить их количество в 5 раз. Специально или нет, но «Трен Италия» удачно выбрала время для своего первого рейса во Францию. В субботу ожидается забастовка сотрудников СНСФ, и «Фречья Роса» может стать спасительным решением для рвущихся в рождественский отпуск пассажиров.